Сегодня мы на соревнованиях в Заславле. Открытая тренировка по кантри-кроссу. По цвету хаски новая пара вот эта шерсть. Здравствуйте. Вот. Вот так вот. Здоров, бля. Ну что, у тебя класс покажется тут или нет? Антикласс, а? Кончена батарейка. Въебало так въебало, бля. Где ты, Леха, делся? Леха, Леха. Леха, 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 давай сюда бороду свою. Блядь. Меня снимает тоже? А, да, моргнул, горит красный. Бля, конечно, знатно жахнуло, я что-то не ожидал. Я тоже. А я стою еще как раз с Сашей. А я еще снимаю там, бля. Мне сказали по гарантии сделать, я им выслал туда, бесплатно типа поменяют. Чтобы уже вторая болела. Я пока в этих, в таких щитках. Эти, восьмые. Бля, говорю, странно, я не думал, что они могут сломаться так, правильно? Ну так они забирают на себя этот перелом, чтобы не твоя нога. Верхняя чашка пополам разлетелась, если бы они не ломались, наверное, бы там... Бля, ты как обосрам. Ну, как ты? Не сильно, но... Так, аккуратно, дайте ее вперед. Вы быстро бегаете? Смотрите, бомб. Да, ну не пашет пиво.
Давай! Сейчас я помогу тебе, давай. Сюда. Спасибо, Серег! Давай.
Пиздец. Что это за трасса?
меня гидратор потек, смотри. Гидратор. Вот пимпочка эта. А, она сломалась, пизда, все. Плохо. Там, во. Спасибо, пацаны. На, можешь в кармашек положить. Она ну, запчасти. Ну, запчасти пойдет. Запчасти, хорошо. Бля, ну. Там аккуратно наверху бревно. Ровнушка, блядь, я уже не хочу на второй круг ехать. Что, блядь? Дичь какая-то. Скорость классная, даже напрямую не разогнаться. Ну? У тебя, может, еще на митосе нормально. Ну, у тебя вообще, бля. А кем до этого? По типарчизу на высадку. Чуть-чуть ударился рукой, ну как бы вот шишка, это, ну, это не перелом, просто точечный удар, и ну сустав чуть-чуть болит, поэтому решил не продолжать, потому что везде надо будет тягать мотик, везде перетягивать, везде бревна, ну сложновато, короче, если бы с одной рукой, еще бы, ну с целой, поехал бы, наверное, так не хочу.